Крымчане едины во всем, независимо от возраста, социального положения и вероисповедания. 18 мая, в День памяти депортированных граждан, состоится молитва мира и единения представителей всех религиозных конфессий полуострова. Такое решение приняли члены Межконфессионального совета Крыма. Крым многонационален, и в нем уживаются все религии мира – от православия до ислама. А совместная молитва о мире в День памяти репрессированных граждан только укрепит единство. Так считает заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек. И в этом его поддерживают все лидеры религиозных конфессий полуострова. Поэтому 18 мая в 11 часов утра одновременно в каждом храме, мечети, кенасе пройдет коллективная молитва согласно религиозным канонам каждой конфессии. Мы все должны быть едины и быть вместе. И те трагические даты, которые были в нашей истории, они должны быть также вызывать поддержку, солидарность и единство со стороны всех крымчан. Да, во имя того, чтобы никогда под мирным небом ни с одним народом не произошли, не повторились такие вот трагические события в жизни какого-либо народа. Если каждый из нас будет молиться о наших погибших в те времена, ссылки, думаю, будет очень такой хороший момент. И наши дети, предки и будущее, наши внуки, они, наверное, от этого будут брать пример. По итогам заседания Совета было принято обращение к органам власти реализовать меры по восстановлению исторической справедливости и оказать содействие в социальном и духовном возрождении репрессированных народов Крыма. Документ подписали представители всех религиозных конфессий республики. Ольга Савенко, Время новостей.